Рейхсфюрер, в скором времени русские танки обрушатся на наши границы. Если мы не предпримем срочные меры, Рейх обречен. Мне нужен командир, который хочет жить. Танковый командир. Давно не виделись, солдат. Я даю тебе еще один шанс. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. Нам предстоит драться на этом танке. По нам будут бить боевые. Ну что, как гладиаторы, что ли? Я в книжке читал. Добро, коняка! А ты меня за собой возьми. И что задумал? А ты нагадайся. Бежать на танке с полигона? Это все. Каюк. Все по направо! Я тебя достану. Эй, Фриц! Дизель до полного! Ферштейн!